друзья, я на вышке. Вышка хорошая. Буду ждать оленя. Задача стоит добыть шильника. Не знаю, насколько это получится. Время 4 часа дня. Буду сидеть до упора, пока не выйдет олень. Ну, не выйдет, значит, не выйдет. Как говорится, охота – это не магазин. Будем ждать. Погнали. Друзья, вы на канале «Наша охота и рыбалка». Меня зовут Михаил, кто не знает, я в очередной раз приехал поохотиться на оленя, на вышечку. Ну, я по вышке прошелся. Вроде вышка избитая. Егеря говорят, что зверь ходит, но ходит не постоянно. Питания на полях много. Убрали кукурузу недавно, олени ходят, початки собирают. Редко когда выходят на подкормочную. Поэтому это больше удачи. Пожелайте мне удачи. Буду пробовать добыть этого оленя. Дальше, наверное, скорее всего, будут съемки с тепловизора, потому что сейчас уже потемнеет. За окошком вышки начало сереть. День подходил к своему завершению. И первыми, как обычно, прилетают на корм сойки. В этот раз их было очень много, и они очень долго и кропотливо выбирали зерна кукурузы из этой грязи. И, конечно же, мне захотелось посмотреть через мой новый тепловизионный прицел на этих соек, посмотреть, как они выглядят в мой прицел. Совсем стемнело, и на арену вышли маленькие друзья, мышки, которые тоже не прочь подкрепиться зернами, которые высыпали для прикорма. Не обделил своим вниманием меня енот. Енот, представляющий род хищных млекопитающих, относящихся к семейству енотовые. Название этого хищника произошло от индийского слова «аракум», что в переводе означает «царапающий своими руками». Каждый раз, находя новый объект для наблюдения, я с радостью проверял все функции моего нового прицела и пытался найти различия между гляделкой и прицелом. Чувствуя свою безнаказанность, он вальяжно бродил по всей подкормочной площадке, поглощая корм. Прошло немало времени до того момента, пока он набил себе брюхо и неспешно вальяжной походкой покинул подкормочную площадку.
Короче, друзья, ситуация следующая. Отсидел на вышке несколько часов. Часов, наверное, 4 или 5. Кроме енота, соек, мышей, ничего не видел. Егерь мне сказал, что здесь где-то в полукилометре, если пройти через лес, будет вырубка. Можно будет пойти до этой вырубки и из подхода попробовать посмотреть этого оленя. Наверное, я так и сделаю, потому что выхода больше нету. На вышке никого нет. Наверное, собираться буду и пойду. Пожелайте мне ни пуха, ни пера. Пройдя половину пути, оглядывая вокруг себя лес, я вдруг обнаружил долгожданный трофей. Сердце заколотилось как бешено. Я медленно, хладнокровно начал скидывать свой трофей. Парни, не зря егерь мне посоветовал. Я прошел, наверное, метров 500 по этой дороге и просто в лесу увидел этого шильника. Произвел выстрел, не знаю, результативный или нет. Дистанция недалеко была, ну, вроде как по звуку, вроде упал. Ну, короче, я подожду минут 10-15 и пойдем со мной тогда посмотрим, попал я или нет, добыл или нет. Ну, очень, прям сердце колотится, ух, прям невозможно. А вы говорите, вышка, вышка. Вот так. Пройдя несколько десятков метров, мой окуляр прибора увидел трофей. Ура, охота состоялась. Друзья, вот он мой олененок, шильничек, все как положено. Мне помог в этом. Мой карабин и прицел пульсар, который я недавно делал обзор. Можно делать вторую зарубку на моем прицеле. Я это сделал. Я очень хотел добыть оленя, а еще больше хотел добыть печенку, потому что у меня есть замечательный рецепт, который я хочу вам показать, как я делаю печенку из дичи в казане. Это очень вкусно, но это будет в следующем ролике. Друзья, всем спасибо за просмотр, я рад, короче, что добыл. Вот он. Шильничек, ну как шильничек, два отросточка всего, ну практически шильник. Я это сделал, я долго его ждал, долго.